38-летняя Меган Маркл, Меган Моркл, и 35-летний принц Гарри, принц Хэри, несколько дней назад показали неизвестное фото со своей свадьбы. Автор этого снимка рассказал историю его создания. В кадре герцог и герцогиня Сассекская смеются от всей души. Создается впечатление, что это фото было сделано случайно. Фотограф Алексей Любомирский раскрыл, как создавался снимок. Мужчина признался, что звонок из Кенсингтонского дворца стал для него полной неожиданностью. В тот день он ждал в больнице, когда очнется его родственник после сложной 10-часовой операции на мозге. Спустя 2 недели Алексей уже снимал официальные портреты будущих супругов в день их помолвки, а через год – свадебные. Мужчина поделился тем самым эмоциональным фото супругов. «На этот снимок нам дали всего 3 минуты. Задача была сделать несколько неформальных фотографий счастливых молодоженов. Такие радостные воспоминания», – написал Любомирский в Инстаграм. Недавно бойфренд норвежской принцессы поддержал Меган Маркл и принца Гарри после травли. Иван Ургант считает внука британской королевы подкаблучником.